Итак, всем привет, мужики, интернет, подписчики. Я вам покажу сейчас ролик небольшой. Значит, чем он интересен, этот ролик? Сейчас я чуть-чуть поближе. Вот так вот сделаем. Значит, чем он интересен? Да, не видно меня. Ладно, уберем тогда вот так вот. Ага. Значит, вот этот карбюратор мне привезли с Татарии. Так? И с таким, значит, просьбой. Посмотрите, а то он жрет очень много, то да сё. Значит, и провал у него, дёрганье, рывки. Посмотрите и дайте, пожалуйста. Я сразу же отказался. Почему я отказался? Ребят, я уже 100 раз говорил, чтобы ни у кого не было больше таких мыслей. Ну, ребят, делать карбюратор в сухую, без проверки, это просто неблагодарное дело. И кто этим делом занимается, лучше сразу к ним не ходите. Вот кто делает карбюраторы, там бывает, замачивает его там в керосине там на неделю. Карбюратор, человек ходит пешком в это время. Это шарлатаны. Слышь, карбюраторщики всего мира, шарлатаны вы все, кто так делает. Надо только проверять. Что я предложил, значит, это? Что я предложил данному товарищу? Вот он здесь сидит. Он карбюратор новый. Ребят, карбюратор нашего завода, да, Азовский, значит, 83-й. Ну, все вроде бы чистенько. Ну, человек, говорит, жрет 15 литров. Не верю. Не верю ни одному слову человеку, что он жрет 15 литров. Ну, говорится, всем нужно 2 литра, чтобы жрать. Что я сейчас сделаю? Я предложил, вот, сняли, значит, у него карбюратор, вот он сидит здесь, в боксе. Сняли карбюратор, и у его машины будет являться стендом. Стендом. Для проверки этого карбюратора. Вот только в том случае я могу сделать. Но это сложная работа, тот надо снять. Этот отрегулирует сейчас, посмотреть. Ну, я знаю, что есть стенд. Снять, значит, этот сейчас я сделаю, наверну. Ну, наверну, вы сами знаете, что же, наоборот. Поставлю 10-ю версию, поставлю свой кулачок, поставлю 40/40, значит, распылитель. Посмотрю там холостые, то да сё. Вот. Ну, короче, приведу его в боровский вид, хотя он уже в хорошем состоянии, не знаю. Не верю я всем этим людям. Но сигнал есть, значит, надо его делать. Я покажу, как надо делать. И всех предупреждаю, мужики, не посылайте мне карбюраторы. Ребята, и если у вас кто-то принимает карбюраторы для ремонта, не верьте. Не верьте глазам своим. Это шарлатаны. Мужики, карбюратор надо обязательно проверять на машине. Вот я сделал карбюратор, я не знаю, рабочий он или нет. Откуда я знаю? Кот в мешке. Там, может, каналов нет нигде. А я его отдал и говорю, вот. А еще знаете, что говорят? Еще говорят, он жрать будет там 15% меньше топлива. Мужики, врут, ребята, врут. Все врут. Значит так, ну давайте продолжаем ролик. Сейчас я... Поставлю им. Поставлю им кулачок. Мне Иван Федорович сделал хороший станочек. Вот здесь вот стоит станочек. Я кулачки на нем штампую. Мужики, знаете, как здорово? Вот посмотрите, это так к слову. Я вот так вот кулачок ставлю. Оп-оп-оп. А потом полирую. Просто я делаю все вручную. А теперь... Вообще, не Иван Федорович, а чудо какое-то у меня теперь появился. Напарник. Просто чудо. Итак, продолжаем, мужики. Карбюратор сейчас продуем. Быстренько. Быстренько продуем. Все. Есть. Мужики, оставляем версию десяточную. Десяточную версию оставляем. Так. Мне она нравится. И вам должна понравиться. Вот беру 100-й жиклер. 100-й. 100-й. Если повар нам не врет. 95-й. Можно 97-й, конечно, поставить.
Как, блядь. Тихо, 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 я тебя. Я снимаю кино, дорогой мой. Материться не надо. Вот, надо спокойненько, все. Сейчас снимем. Ребят, вот еще раз акцентирую внимание, значит, ваше. Мужики, кто будет вам предлагать сделать карбюратор сухую, ребят, не верьте ему. Врет он все. Все он врет. 155-й, значит, здесь реклерчик, 95-й, 155-й, здесь, значит, ну-ка я все опять, пока с вами разговаривал. Мужики, просто к слову, вот там, значит, вот там у нас здесь идет тоже все еще никак, не бокс не доведем до ума, пока делаем на улице. Вот вчера, значит, я вчера выложил ролик там, позавчера, парня одного, мне очень понравился канал, зайдите, посмотрите. Я просматриваю канал, если мне что-то нравится, то я все время, значит, стараюсь хорошие, очень понравившиеся мне вещи, я стараюсь их выложить. Вот. И только появился ролик, что там началось? Мужики, мне с одной стороны это нравится, с одной стороны, а с другой нет. Ребят, полемика, жизнь бурлит, все хорошо, все мне нравится. Отличная вообще тема, замечательная. Там опять провода, значит, парень там покатался, ну, может быть, мотор Малай, его звать Георгий, вот фамилии не знаю, хороший парень, из набережных Челнов, чувствуется умница, ну, бедному досталось. Также досталось и Георгу Симону Ому, тоже досталось, знаменитому немецкому физику, досталось по полной программе, бедный наш в гробу лежит и вертится, как вертолет. Вот, значит, там я, мужики, все понимаю, все признаю, все, любой довод. Но когда просто берут, говорят, на букву Х что-нибудь там, и гнобят мужика, там, кричат. Он вообще-то электрик, зайдите к нему на канал, он делает очень интересные вещи. Он делает всевозможные электронные приборы там, в своей машине, то да сё. И не надо говорить, что он не знает закон Ома. Я узнаю закон Ома. И равно У деленное на R. Это я в школе проходил. Больше мне на этом мои познания закончены. А он, глубокие знания у него. Он знает, что говорит. И потом это его мнение. У вас свое мнение, у него свое. И не надо, мужики, честно. И потом мне там начинают говорить. Наиль, вот вы, говорит, специалист, карбюратор. Да, я специалист. Мне нет равных в карбюраторе. Да, специалист я. Но мне еще другие есть наклонности. Мне нравится, допустим, вот Иван Федорович мне показывает очень хорошие фильмы, я таких даже не видел. Он очень увлеченный человек, ему может нравиться там, как готовить, как там сделать вино или еще что-нибудь. Ну, в общем, все, что хочешь, ему нравится. И что, кто-то ему запретит? Хочу, выкладываю, хочу, не выкладываю. Вы, говорит, сделайте один, пишет там Ваня Иванов, пишет мне. Вы, говорит, сделайте там, значит, себе такую графу, тетрадочку заведите. В одной стороне мое, и это я снимаю, в другой не мое, я не снимаю. Вань, спасибо, конечно, за этот самый, но мне твое мнение абсолютно по барабану. Вот. Значит, совет, у меня твое мнение по барабану абсолютно. Снимаю то, что мне нравится. Нравится на канале, значит, чтобы было вот это вот, народ увидел, я снимаю. Не нравится, не снимаю. Многие хотят попасть на канал, многие просятся. Ну, я не каждому. Смотрите. Отлично, все льет, все замечательно происходит. Почему тут еще куда-то попадает? Да нет, ничего не попадает, все пучком. Мужики, вот стоит мой кулачочек. Вот стоят 40 на 40. Это я все им отдам обратно. Больше, так сказать, все вроде тут все в порядке. Сейчас, ребята, вот эта работа,
если есть у кого такая возможность, представьте себе, что, ладно, вот они вот с татари приехали, и они предоставили свою машину. Пожалуйста, я могу сделать. А если нет такой машины, я не буду даже браться. Даже не предлагайте карбюраторы. Вы говорите, сделайте мне окушку, карбюратор, я вам заплачу, я знаю, что бесплатно я не буду делать. Но где я возьму окушку, чтобы проверить ваш карбюратор? Где? Где? Я могу поставить, конечно, на классику окошки карбюратор. Могу поставить на восьмерку, на девятку, там. Все могу. Но это же не будет это, эффект. Так, все. Все. Все хорошо. Тимар, вот тебе карбюратор. Он готовый. Значит, все тут в порядке. Здесь все путем. Все путем. Давай. Иди старт. Мужики, вот как-то так. Значит, сейчас мы поставим карбюратор на автомобиль. Меня, можешь инструмент забрать. Все, не нужен. Весь инструмент можешь забрать. Сейчас эту тоже кучку. Я все там поставил. Да. Вот, мужики, как-то так. И вот сейчас вот утро, я ремонтирую на улице машины, ставлю, сегодня там солнце. Ну, мужики, вот, ну, банально все просто. Приехала машина, машина дергается у человека. Провода слом. Нет, я ничего не имею против этой фирмы. Ну, вот, получается так, слоны. Провода. Нет, там тоже пишет, да я 10 лет катаюсь. Да ради бога, катайтесь на здоровье. Он приехал, говорит, машина, говорит, дергайте. Я говорю, ну, я не могу это делать, потому что у меня машин много. Подождите. Ну, вышел, посмотрел, поднимая дрожь, там, ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот так вот машина. Ну, правда, он не может так ездить. Ребят, замеряю. Опять. Замеряю параметр, названный в честь Георг Симон Ома, жившего в Мюнхене в 17 веке, там, в 18-м, как он жил, не знаю. Великий электрик. Провода показывают бесконечность. Из 5, 3 показывают бесконечность. А остальные 2 показывают по 16 тысяч Ом. Ну, мне там, значит, возражать начнут. Ребят, мне пофиг ваши все возражения, ну абсолютно по барабану. Я ему ставлю свои провода, и мужик спокойно. Нет, если поставить новые, конечно, они поедут. Базар у меня тоже будет работать. Вот. Но мои провода не падают до бесконечности сопротивления. То есть проводимость их 100%. Там мне, значит, нулевые провода, нулевые мужики. Да успокойтесь вы все. Это не сверхпроводимость, не обладает эти провода. Да, они имеют сопротивление там 0,1, там 0,1 Ом. Но по сравнению с, там, с 20 тысяч Омами, это нулевые провода, нулевым сопротивлением. И не спорьте. Значит, сейчас я выключу ролик. Мы продолжим потом, когда я поставлю его на автомобиль. Внимание, мы продолжаем ролик. Вот карбюратор, который я сейчас сделал, поставил на машину. Вот он замечательно работает. Холостые хорошие у него. Регулируемость хорошая. Все нормально. Сейчас мы проедем, прокатимся. У него была, значит, у него была еще претензия на то, что на этом, на ремонт, вернее, на расход. Ну, расход мы мерить не будем. Вот парень погонит ему с таким карбюратором в Татарию и заодно замерит расход. Потом я его попрошу, пусть он мне отзвонится, и я скажу где-нибудь в ролике, какой расход был. Ребят, когда машина хорошо едет и не дергается, хорошо себя ведет в дороге, такая машина не жрет. Значит, всем привет. Я не буду дальше продолжать. Я вижу, что все работает. Если что-нибудь плохо, я обязательно вернусь к ролику. Потому что машин очень много. Мужики, смотрите, сколько машин. Ну, да, закрывай. Мужики, просто я уже отдаю, вон УАЗик приперся. Я Борису посылаю, а все равно едут.
отказываюсь от машин, все равно еду. Давайте, до новых встреч, до новых роликов. Всем всего доброго. С вами Наиль Порожский.